Раз ты делаешь ему снаряжение, то под угрозой ты тоже. Да. Ну, да. Не бойся. Я нем как рыба. Ну, я, пожалуй, пойду. Проверь почту. Надеюсь, док не уволить меня хочет. Питер, когда я узнал, что ты подрабатываешь изготовлением костюмов Человека-паука, это правильный термин? Я вспомнил, какой ты замечательный человек и партнер. Даже когда ты очень занят, ты находишь время помогать другим. Заметив, что костюм поврежден, я взял на себя смелость придумать несколько улучшений для него. Во вложении ты найдешь некоторые мои идеи, которые улучшат костюм и помогут защитить Человека-паука, который так много делает для города. Я горжусь нашей общей работой, которая меняет мир к лучшему. Твой партнер и друг Отто. Белый паук? Должно сработать. Спешу на работу! Извините! Привет, Нью-Йорк! Ха-ха! Новый костюм, старый добрый я! Человек-паук. Думаю, я поняла, как люди Фиска все еще ведут его дела. Его стройплощадки. А ее не закрыли после его ареста? Нет, это одно из его законных дел. Много инвесторов. Без причин мы не могли. Но сейчас причина есть, да? Поэтому я надеялась, что ты осмотришься там и скажешь, если найдешь что-нибудь. Понял тебя. Стану любопытным соседом-пауком.
Полеты на паутине ускоряют доставку пиццы. Получайте ее быстро и одним комочком. Наступитесь горячие пирожки! Пора им перестать обижать слабых. Намечается потасовка! Класс! Драками зарабатываете, в драках погибаете. Спасибо. Кажется, я в порядке. Внимание всем машинам! Похищение! Нужно подкрепление в Хадсон-Ярд! Прием! Простите! В одной из этих машин. Держитесь, я вытащу вас. О, боже, спасибо. У меня клаустрофобия. Это снова они. На помощь!
помощь! Не пойдем. Руки прочь от нашего заложника, Человек-паук! Человек-паук. Thank you. Забыл спросить, чувствует ли он себя хищным, занимаясь похищением? Спасибо. Я допускал, что однажды меня ограбят, но такого и не... Этой глушилкой я сломал крылья стервятника. Жаль, что он их потом улучшил. Там внизу ДТП. Похоже, серьезное. Люди могли пострадать. Под той машиной пешеход. Надо помочь ему. Почти достал! Ладно, все целы. Пусть остальным займутся специалисты. Экзамен не сдам, прав не получите! Пора на выход! Видимо, это и есть организованная преступность. Много шума из-за ребят, которые едва водят.
На пару слов! Я знаю, что ты взламываешь наши вышки системы слежения. Это не я. В смысле, какие вышки? Я не против. Мне нужна твоя помощь. Мне кажется, кто-то глушит сигнал, используя несколько генераторов помех, чтобы перекрыть все частоты. Займешься этим? А я тогда никому не скажу, что ты нас взламываешь. Я бы назвал это обменом, но ладно. Я могу засечь сигнал этих глушилок. Надо только заскочить в деловой район и поискать сигнал. Надо ориентироваться на сигнал. Глушилки эффективнее на большой высоте. Наверняка самый сильный сигнал на крыше. Люди Фиска, смотрите, я в шоке. Вижу его! Не Вырублю генератор помех. Я не для того старался, чтобы оставить все как есть. Делают все тяп-ляп. Я устранил источник помех. Есть эффект? Нет, но, как я и сказала, их, возможно, несколько. Логично. Я их найду. Понять бы, почему система вообще вырубилась. Тоже люди Фиска постарались. Я осмотрю крыши высотных зданий. Они решили тут потусоваться, а меня не позвали. Вы ж подкупили копа, чтобы он отключил систему слежения. Есть человек-паук! Пришло время боли! Я точно что-то слышал. Затрон! Барабаньки! Человек-паук!
избавимся от глушилки. Иногда вандализм — это правильно. А еще весело. Сработало, Человек-паук. Я принимаю слабый сигнал. С помехами, но я разобрала что-то вроде Фиск и костюмы. Фиск был главарем, но промышлял он неподдельной одеждой. Чем быстрее система заработает, тем быстрее мы узнаем, что они задумали. Какие высотки в этом районе? Я осталась последняя. Чтобы от нее был эффект, эта глушилка должна стоять на крыше высотки. Нашел. Человек-паука! Что за... Боссу нужна твоя башка! Железного паутина! Все к нему! И что прикажете с этим делать? Теперь надо сломать глушилку. Надо... Все, это последнее. Система должна заработать. Человек-паук, все снова работает. Супер! Что-нибудь еще выяснилось про людей Фиска? Нет, но система сообщает о неавторизированной активности в порту. Высылаю координаты. Я гляну. Надо успеть добраться до доков. Хватит на целую армию. Не знаю, что они задумали, но явно ничего хорошего. Надо узнать, для чего им пушки. Что? Выключаем. Ничего и не поняли. Оружие. Что там нового на форуме? Кто здесь? Я за тебя отомщу. Может, теперь пойму, что происходит.
Оружие, форма надзирателей, удостоверение. Они хотели освободить Фиска из тюрьмы. Извините, что спутал вам карты.